Здравствуйте, дорогие зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Вот такой, друзья, можно приготовить очень красивый, очень вкусный, нежный праздничный торт, но из очень простого, казалось бы, ингредиента. Крем приготовлен из обычного кефира. Из обычного кефира мы делаем сливочный сыр, и потом на основе этого сыра готовим очень вкусный крем, который выручит вас всегда. Итак, для начала нам нужен кефир. Чем выше жирность, тем лучше. У меня 3 пакетика по пол-литра. Я его на ночь замораживаю. Потом достаю из пленки, выкладываю на марлю в дуршлаг. И сутки он у меня растаивает в холодильнике и стекает с него вся сыворотка. И получается вот такой вот прекрасный кусочек сливочного сыра наподобие всем известной дорогущей Филадельфии. Вы посмотрите, какое это чудо! Можно приготовить и крем, и закуску прекрасную для бутерброда, добавить зелень, чеснок, майонез, а уже в сладкой версии любое пирожное, любой торт, эклеры. Это незаменимый ингредиент. Я далее добавляю сгущенное молоко. Все взбиваю до пышной массы, но недолго. Сыр этот очень нежный, поэтому долго ничего перемешивать нам не нужно. Вот соединилось сгущенное молоко с сыром и останавливаемся минутка-две. Далее добавляем сливки. Старайтесь, чтобы все ингредиенты были у вас одинаковой температуры. Я добавила 1/3 сливок, перемешала буквально полминутки. И так буду добавлять 2-ю и 3-ю часть последнюю сливок. Все перемешиваю, взбиваю все до легкой пышной массы. И чудный, замечательный крем у нас уже готов. Можно добавить вкусовые добавки, ванильный экстракт, ванильный сахар. Это здесь уже ваша фантазия. Можно добавить цедру лимона, цедру апельсина, цукаты. Из этой массы можно приготовить очень вкусную творожную запеканку, добавить буквально пару желтков, ложечку чайную кукурузного крахмала и запечь. Невероятный будет пудинг, очень вкусный. Точно так же можно приготовить этот сливочный сыр, друзья, и с йогурта, и из сметаны. И можете сделать ассорти. Вот у меня было 3 пачечки по 0,5 кефира, а вы можете взять пачечку сметаны, пачечку йогурта, пачечку кефира, все это вместе разморозить, потом все вместе перемешать. Ну, это уже вот фантазия. С ряженки очень замечательный сыр получается. Обязательно готовьте. Я очень люблю, когда-то сниму, покажу вам это видео, готовить медовый торт с ряженкой. Также замораживаю ряженку, отцеживаю сыворотку и прослаиваю медовик вот этим кремом из ряженки. Вкус топленого молока очень вкусно. А сейчас я готовила накануне сметанный торт. Это обычный бисквит, прослоечка, клубничный зефир и наш вкусный неповторимый крем в 2 прослойки. Сверху опять бисквитный корж. Закрываем. Далее я украшала зефирные розы. Все эти рецепты, друзья, есть у меня на канале. Ссылочки будут появляться под видео в описании по мере премьеры каждого видео. Поэтому, если сразу нет ссылочки, подождите, выйдет видео, и я обязательно ее запущу. Вот такой вот прекрасный торт у нас получается. Очень хорошо хранится в морозильной камере. Крем абсолютно не теряет своих вкусовых качеств.
Всем приятного аппетита, готовьте с удовольствием. Не забудьте, друзья, подписаться на канал, мне будет очень приятно. До новых встреч, пока-пока!